Привет всем, друзья! Не выбрасывайте старый угольный утюг, он вам еще пригодится. Он старый, но в полном порядке, хоть и немного ржавый. Утюг нужно открыть. Теперь понадобятся угли, утюг же угольный. В утюг нужно насыпать угли. Угли нужно распределить по утюгу. Теперь понадобится жидкость для розжига. Ей нужно угли облить. Спичками поджечь уголь. Нужно дождаться, чтобы уголь весь разгорелся. У меня уголь немного мокрый, он плохо горит. Придется немного подождать. Подолью немного жидкости. Процесс разжигания углей я сейчас ускорю. Такими движениями в старину разжигали угли. Надо еще получше разжечь угли. Пришлось немного дровишек подкинуть. Сразу задымил утюг. Угли разгорелись, то, что нам нужно сейчас. Теперь понадобятся деревянные шпажки, и на них нужно нанизать сосиски. Шпажки с сосисками нужно установить над углями. Сосиски перевернуть. Получился отличный походный мангал. Кому видео понравилось, оцените, пожалуйста, лайком. Всем удачи и пока!